Так, начнем с холодильника. Моцарелла 45% натурально и вкусно. Интересно, остальные 55% не очень вкусно. Из свежего молока Юга России 250 килокалорий, белок, жиры, срок годности 55 суток. Так, и ценник 133,30. Друзья, рядом сыр плавленый, колбасный, копченый, крымский 20%, написано без заменителя молочного жира. Ценник 163,80. Так, рядом сыр мягкий адыгейский, без заменителя молочного жира. 123 рубля стоит, 316 грамм. Так, рядом сыр Нити, 566 рублей 50 копеек. Все очень мелко, приближу максимально состав, кого интересует. Друзья, еще новинка, творог 5%, приятного аппетита. Так, состав попробуем прочитать. Молоко нормализованное, пастеризованное, закваска и так далее. Нажмите на паузу, кого интересует, поподробнее изучить. Ценник 50 рублей 60 копеек, 250 грамм. Друзья, еще новинка, йогурт. Персик, ваниль, белый город, для вас из Белгорода. Хороший йогурт, уже покупал. Масса 290 грамм. Состав мелкий, попробуем приблизить. Молоко нормализованное, молоко сухое, обезжиренное и так далее. 43 рубля стоит, ценник отличный. Кстати, везде дороже. Вот этот напиток в жару вообще незаменимый стал для меня. 66 рублей 30 копеек за 950 грамм. Сыворотка плюс сок, мультифрукт. Фругурт называется. Изготовитель Россия, Москва. Состав приближу, кого интересует. Почитайте на экране. Друзья, в холодильнике все. Вот такие сковородочки привезли. Перчик называется. Сделано в России. Жаровня алюминиевая с антипригарным покрытием с крышкой. Она глубокая. Ценник 1187,60. Друзья, привезли интересные вот такие боксы с отделениями для всяких мелочей. Так, и цена 466 рублей, 90 копеек, Назер Сатурн. Так, а для мытья посуды вот такое средство, брал уже, нормально работает, универсальное концентрированное моющее средство за литр. Всего 39 рублей, сейчас дешевле наверняка нигде не найти. Друзья, привезли мыло, Пур называется, классическое, 100% натуральная растительная основа и масло оливы. И там по 4 кусочка, 59,30, по 85 грамм кусочки. Так, рядом шампунь, объем для всех типов волос, 100% натуральная основа, пишут, 400 мл, стоит 80 рублей 30 копеек. Так, привезли растворитель, теперь в светофоре тоже продается, 646, ценник за литр 119,90. Так, рядом сразу краска. Эмаль PF-115, дерево, металл, бетон для наружных и внутренних работ. Разные цвета, желтый, белый. Так, вот еще синий. Наверняка еще другие цвета есть. 134,90 за 0,8. Друзья, еще новинка. Привезли вот такие канистры пластиковые на 10 литров с воронкой в комплекте. Шланг с изгибом, чтобы удобно было наливать. Стоит 296,80. Так, а рядом газ для туристических газовых плит за 81,30. Рекс называется. 220 грамм. Все очень мелко. Приближу максимально. Друзья, очень дешевое масло. Есть моторное 10В40. В светофоре я залил такое себе в старенький москвич. Использую для перевозки чего-то тяжелого на дачу. Металл или цемент. Ну, пока нормально все работает. Двигатель 777 рублей за 4 литра стоит. Рядом Тосол 5 килограмм. Премиум называется А40М. От минус 40 до плюс 108. Пишут они
224,50 ценник. Друзья, привезли вот такой суп харчо. Смесь для супа, вкусно и быстро. 8 порций, 130 грамм. Вскипятите 2-3 литра. Добавьте содержимое пакета в кипящую воду, варить на медленном огне до готовности. Составчик: рисовая крупа, соль пищевая, сахар, паприка, красная молотая, овощи сушеные, чеснок и так далее. Нажмите на паузу, кого интересует. Рядом суп гороховый, именитый. Только здесь 6 порций, тоже пакетик 130 грамм. Также и в составе горох сушеный, морковь сушеная, лук сушеный, чеснок, зелень петрушки, сельдерей и так далее. Вскипятите 2-2,5 литра воды, добавьте содержимое пакета в кипящую воду и варить до готовности. Быстро и удобно. 49,60. Всем удачи, до встречи, пока!